В 2016-м перед Казахстаном стоят масштабные задачи по планомерному выполнению уже действующих государственных проектов. Это позволит стране выйти из мирового кризиса с минимальными потерями, уверены депутаты Атырауского областного маслихата. Потому инициативу АНК они считают стратегически важным шагом. Я поддерживаю проведение выборов в 2015 году, инициативу Ассамблеи народов Казахстана. Проведение в этом году выборов позволит нам нивелировать последствия кризиса уже в 2016 году, системно заниматься над развитием программы, масштабной программы «Нурлы жол», а это именно создание тысячи, десятки тысяч рабочих мест, создание инфраструктурных проектов, развитие малого и среднего бизнеса, возведение социального жилья для населения и реализация социальных обязательств перед населением.